Я стою, обрезаю ветки вот секатором. Марсик хрюкает, да хрюкает, ну, рядышком. Ну и пусть себе, у меня своя работа, у него своя. А потом я глянул, а он как подпрыгнул вот так вот, четырьмя лапами, почти на метр. Но я тут же достал камеру, думаю, нет, такое я первый раз увидел. Прыгнет ли он второй раз? Что-то так возбудился сильно. Прям так подскочил. Ящерица уже есть, я сегодня видел. Пробегала одна. Но он услышал, что я щелкнул, ну, камеру включил. Теперь, наверное, не будет проявлять активность. Ну, прыгай, а то мне уже скоро пленка кончится. Вот сейчас выключу камеру, он начнет скакать. Это ж всегда так. Конечно, если камеру не выключать 24 часа в сутки, то такое можно увидеть. Ну что, я вижу что-то интересное. Пока достал из кармана, пока включил, все, момент ушел. Да, глазами я увидел. Вот как-нибудь подключиться бы к памяти бы. Найти там внутреннюю флешку в мозгу, которая, и скачать оттуда этот эпизод. Я-то видел, как он подпрыгнул. Но потом он не стал повторять. Сейчас, может быть, забудется. Но опять же, мне надо чем-то увлечься, чем-то заняться. Вроде как я, ну, как бы своими делами занимаюсь, не обращать на него внимания. Может быть, тогда он сделает еще такой пируэт. Напрягается. И начинает. Он же видит, что я стою с камерой. Все. На заказ не работает. Только за интерес. Персик уже отцвел. Пришлось ему подвязать его веревочки. Натянул. А вот и орех, который пересадил я от соседа. Ну, прыгай. Ну. Ну. Давай. Давай. Все. Вот она. Вот она. Что-то там. Начинается. Все, он забыл меня уже. Я уже для него отсутствую.
ушел в тень. Ну ладно, мне надо идти работать. Конечно, красивый кадр был очень даже. Ну что? Раз не удалось снять, пойду покажу Кузю. Где он там? Теперь все время наверху плавает. Почистили водоем. Вон я уже вижу сдалека Кузя. Видите, бревно лежит. Вот он. Вон он, Кузька. Это прям за мной следом, Мирка. Кузя. Ну что, неужели понимает? Я говорю, Кузя, он хвастает. Это хвост. Виляет хвостом. Смотрите. До этого же вообще не проявлял никаких признаков. Просто стоял на рейде и все. А меня увидел, и давай хвостиком помахивать, видите? В воде он кажется маленький, а на самом деле он уже скоро метр будет длиной. У меня тут идет работа везде, не только там обрезка, там обрезка маленькая, тут большая обрезка. Вот тоже формировка идет. Видите, вот прожектор закрыли ветки. Приходится обрезать. Я, видите, формировал вот это дерево. Вот оно было маленькое. Я его нашел, знаете где, в Кропоткине, возле гаражей. Возле гаражей, ну, между гаражами. Оно вытянулось и было такое уже сформированное вверх. Потому что обычно деревья сразу начинают вот так. А это пошло, пошло и... Выше гаражей выросло, и получается, видите, такой, сейчас отойду дальше, такой шарик типа пальмы. Смотрите, какой длинный ствол. О! Когда ветки появятся, ну, ветки, листья, оно станет шариком. А эти уже длинненькие сумахи. И вот я их хожу, формирую. Секатор у меня всегда с собою. Веревочки для подвязки тоже с собой, видите. Все в кармане. Омнио мнео, микум порта. Ну, все вы знаете латынь. Все свое ношу с собой. Увидел где-то неправильно веточка растет. Сразу раз ее и подстриг. Пока она... Ну вот я вижу. Вот она. Она здесь не нужна. Оп. Есть. Что еще тут у нас мешает? Пока все, вот она внутренняя, вот она, видите, вот веточки пересекаются, значит, что мы берем, опа, и все, вот такой вот уход за деревом. Ну что, ну Марсик так и не подпрыгнул, я из-за этого включил камеру, теперь как бы похвалился перед человечеством за Марсика, а он подвел меня. А подпрыгнул почти на полметра. Я такого никогда не видел. Ну, представьте, включите воображение, как он на четырех лапах подскакивает. И вот так все. Теперь все лето. И периметр забыл. Как ходить, все. Пошел сезон ящериц. Ящерица закончится, будет ходить по периметру. Периметр закончится зимой, будет ходить за колбасой. И за сыром. Всегда при деле. Всегда на кусок. На кусок чего? На кусок сосиски заработает. Мирка, она не зарабатывает, она просто берет и все, видит и берет. А Марсик зарабатывает. Он если вот, например, я ем, сядет и будет смотреть час-два на меня, не моргнет ничего, ну не выдержишь и дашь ему. Заработал.
А Мирка, она смотрит, стул не задвинули за стол. Прыг-скок. И у нас в животике уже блинчики лежат. Или там чего? Печенюшки, может быть. Ну все, Мирка пришла на свой объект. Теперь она будет сидеть здесь. А теперь она уже передала и Жорику. Видите? Вот это искусство сидеть возле озера. Жорик перехватил. Я первый раз такое вижу. Вот приходит и любуется. Рыбки уже начали выходить. Ну, наверх подниматься. Кузя уже стал виден. И вот они пасут кузю. Ну, в каком смысле пасут? Пасут, можно сказать, по-разному. Можно пасти, например, овец, а можно пасти кого-нибудь. Ну, в смысле, подследить. Знаете, что такое выражение? Вот Марсик, он пасет ящериц. Ну что, прыгнет, не прыгнет Марсик. А у меня заканчивается уже пленка. И батарейки садятся. Все, буду делать стоп-кадр. Заряжать телефон и следующее видео. Все чем-то заняты. Один я бездельничаю. Достал камеру и снимаю. Ну что, Мирка? Пасешь кузю? Спасибо. Ну, наверное, на мастике я начал, на мастике и закончил. Все. Всем пока.